Лицей номер 15 «За здоровый образ жизни». Там накануне прошло профилактическое мероприятие, посвященное Дню трезвости и борьбе с алкоголизмом. Ребята показали представителям медицинских учреждений и Министерства здравоохранения области, как они любят жизнь и почему не спешат приобщаться к пагубным привычкам. Я Оля, люблю на коньках кататься. Я Наташа, люблю танцами заниматься. А я Данила, плавать обожаю. А я Тигран, голы забиваю. Наш девиз – дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни. Так встречали почетных гостей в 15-м лицее. Школьники подготовили тематический флешмоб, посвященный Дню здоровья. Затем ребят ожидала насыщенная программа. Для начала – показ документального фильма о вреде алкоголя и его влиянии на организм человека. После – беседа с врачом-наркологом. Ведь алкоголизм – проблема, которая может коснуться каждого, и в том числе подростка. Это нарушение памяти, внимания и интеллекта. За 3 года выпивая, можно свой интеллект, скажем так, свой IQ с 150% или 170% снизить до 50%. Это уже подтвержденные данные. Работу по борьбе с этим злым недугом нужно вести с самого раннего возраста. С теми, у кого алкоголизма еще нет, но у кого вполне он может появиться. Алкоголь вызывает сильнейшее привыкание. Именно поэтому представители медицинских учреждений и Министерства здравоохранения области ведут профилактическую работу со школьниками и призывают родителей больше уделять внимание своим детям. Ребенку нужно показывать тот правильный образ жизни, а самое главное, чтобы этот правильный образ жизни был для него приятен, и он это делал с удовольствием. Дети увлекутся сами. Нужно следовать за ребенком и предлагать ему то, что ему ближе всего. Спорт, игры, музыка, танцы, все что угодно. А в 15-м лицее привитием здорового образа жизни занимаются постоянно. Для этого здесь работают многочисленные секции. В итоге сейчас большая часть этих школьников – активные спортсмены. Артем Абрамов – гордость учреждения. В свои 17 он уже чемпион России среди юниоров по тайскому боксу. В своей жизни ни разу не пробовал алкоголь. Алкоголь, во-первых, разрушает человека изнутри не только как физически, но и также уничтожает моральные ценности и как... Конечно, спорт развивает не только мужественность, силу, выдержку, но и моральные ценности. Ты учишься не только быть спортсменом, но прежде всего ты человек, а алкоголь убивает в тебе человека. Как хорошо быть человеком без вредных привычек и любить свою жизнь, гостям показали ученики лицея. Гимнасты выступили на сцене, а футболисты показали мастер-класс под руководством профессионального наставника. И эта любовь к ЗОЖу и жизни в целом у ребят вполне объяснима. Сами педагоги подают подобающий пример. Я считаю, самое главное – это сделать правильный выбор. И вот лично я выбираю здоровье. Да, и я также хочу, чтобы наши дети тоже выбрали здоровый образ жизни, были сильными, красивыми и благополучными. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.